Итак, здравствуйте, с вами Blacks325. Это Lu325. Сегодня я играл в Warface. Короче, пацан... Погромче говорю. Сегодня я играл, короче, в Warface. Пацан мне сказал, go в клан. Потом он на меня, короче, обозвался, сказал, типа, ты придурок, ты уже в клане. Я сказал, да-да-да, я тебя затроллил, он сказал. Ну ладно, давай пока, я пошел какать. Кто ну сказал? Не придурок, да какой ты лох. Ну а сегодня мы играем в новую игру под названием Labyrinth. Думаю, крутая игра. Может быть. По звукам крутая. Это Бибер убивали. Пошли. Та-та-та-та-та. А тут фонарик есть? Нет. Тут нифига нету. Думаю, Labyrinth крутая игра. От кого тут спастись-то надо? Парам-па-па! Тут надо бежать. Да и от кого? Ведь за тобой. Идут. Как раз не за мной идут. Если честно, музон такой стремяцкий. Харе, сядь, архив, а то тебя не слышно будет. Драпаем отсюда. Ну, ты видел это? Это ботва. А, no, не понял. Налево. Придется через монстра идти. Сейчас будет монстр килл. Монстр килл. Я убил? Нет, я выжил. Монстр килл. Я обосрался. Я честно обосрался. Еще раз. Музыка такая, прям. Мама монстр килл. Офигенная игра. Если честно, даже круче, чем Мейс. Ну, Мейс скучно. Даже круче. Не, Слендер круче. Слендер. Кстати, мы будем скоро будет делать на Cry of Fear обзор. Может, мы сегодня успеем на Слендера, но вряд ли. На Cry of Fear. Потом на Грей будем делать обязательно. Сейчас правда. И на The House можно. Nightmare House 2. И The House. Я сикаю и какаю. А я, блин, нет, как будто, да? Я буду орать сразу. Налево позву. Лучше не надо поворачиваться. Я боюсь. Там еще бабушка кушать делает. Измусор. Мою совесть. Ну что за бред, когда бабушка кушать делает? Просто с головы сбила. Блин, музон такой напрягающий. И, блин, этих поворотов очень много. И монстр страшный. Мы будем на Labyrinth делать два обзора. Как будто какой-нибудь додик сейчас на тебя выскочит и, блин, убьет нафиг. Главное, не так резко. Тут еще можно умереть. Налево. Вот тут додик. Нет. Нет, пожалуйста. Вперед иди. Вперед иди, а я сказал. Подождать. Вперед иди. На за клавиши будь. Окей. Okay. Я боюсь. Кого? Сам играть. Кого ты боишься? Сейчас знаешь, что будет? Сейчас будет Monster Kill. Какой Monster Kill? Мы даже... Когда монстр... Нифига не вижу, а? А знаешь, что я вижу? Кого? Ты меня сейчас... Я вижу нашу смерть. Ну куда мне? Да. Налево. Я пошел направо. Ты баран. Нет, нет. Сейчас монстры будут. Блин, ну я боюсь эту игру. Почему? Да не как зомбари, ты чё? Почему я ее боюсь? Блин, как будто туннель в Чернобыле. Отвечаю. И куда идти мне? Давайте направо. Направо. Тара-та-тара, блин. Моба монстра килл. Меня прикалывает в этой игре, что этот наш герой, короче... О, бляха, муха! Блин, у меня прям мурашки по жопе.
Кыш! Кыш, я сказал! Кыш, кыш, кыш! Баран там тупик. Я сказал кыш, я прячусь от него! Кыш! Кожуковская! Кожуковская! Кыш! Кыш! Тихо, тихо, тихо. Он нас не видит. Он слепой чмо. Куда? Вот там слепой сделал гандон. Монстр килл! Твою мать! Твою мать! Они, кстати, за нами гонятся. Не догонят. Потому что монстр килл. Я нифига не вижу своей крови. Своей кровати. Так, блин. Если мы ее сейчас пройдем, то, знаете, мы больше не будем делать обзоров. Выходи! У меня только... White Knight. У меня, короче, только один вопрос. Мы прошли? Тихо. Мы вроде прошли игру. Ну все, значит, мы красавчики. You have escaped the labyrinth. То есть будет один обзор. Все, мы прошли игру. Ну, это такой кратенький обзор. Вот все программисты. Очень интересная игра. Игра легкая. Ну, стрёмная. Потому что из-за музыки, из-за монстриков. Не очень доработанная, потому что, блин... Не знаю, они не убивают, убивать не стали. Если бы у монстров еще были звуки, типа такого. Я бы обосрался. Ну а так я просто пернул. Кстати, была еще, кстати, первая часть. Не было, это демо-версия. Ну что же, а с вами был Blacks325 и Troll325. Подписывайтесь на мой канал, на канал Троллойдо, ставьте лайки под этим видео. Очень крутое видео, мы делали только один обзор, очень страшная игра. Мы все равно Cry of Fear, Slender, Amnesia White Knight, Amnesia Dark Knight. Все впереди. Always Cypher, все впереди, все впереди. Always с тобой, одеваем моб, смотри, стильные зоны защиты на 3А. Не понял. Я что-то не понял. Ну все, с вами был Blacks325. И Troll325. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь. Да вы есть порода. А на меня нет. Ой, на меня. Да, не подписывайтесь. На меня подписывайтесь, а на Архипа не подписывайтесь. Всем удачи. И на Дэдди Фана не подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Берегите себя, пока.